Так, всем привет. Поступил мне тут небольшой заказик в процессе изготовления. Вот табуретки, 4 штучки. Вот такие вот они. Ножки у них из сучков. Здесь выполнено вот так вот. Вот тут две. Около печки поставил, чтобы они маленько подсыхали. Ну, в смысле, ножки вклеены, сохнут. Печки потеплее все равно. И две, вот они. Подготовил уже. Выбрал отверстие под ножки. Отшлифовал уже. Предварительно так. Ну, потом еще на чистовую буду шлифовать. Так что скоро будет полноценный ролик. Столярки творческий беспорядок у меня. Инструмент раскидан весь. Вот этот разъемы работают. Так что все нормально. Ну, здесь на ножках еще в дальнейшем будут перемычки, вот такие тоже из сучков сделаны. Как они, царги называются. Так что вот так вот. Ладно, всем пока.